Что вообще происходит? Что? 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 Почему? Я в этот момент, я просто... У меня закралось такое подозрение, что я делаю что-то неправильно. И я пришел сюда, а мистер Хаус еще здесь. И это... Это... Почему? Что происходит? Почему я до сих пор его не убил? Вот в чем вопрос. Я этого не очень понимаю. Что я пытался сделать? Неужели я просто хотел крышечек подфармить, то есть... Типа, сдать там шарики или что, я не понимаю. Так, мне нужно в президентский люкс, ну-ка давай меня туда по-быстрому. В этот момент я просто перестал понимать, чего я в принципе добиваюсь вообще. То есть, я серьезно не понимаю этого. Я к тому, что... Что вообще происходит? Почему... Почему у меня не убит мистер Хаус? Обычно я его убиваю, ну... сразу, а тут он еще жив, то есть у меня наверняка был какой-то план, да, то есть я собирался что-то с этим делать, и в итоге я абсолютно не представляю, что я тут делаю, то есть неужели просто из-за вот этих шариков? Это так странно. А давайте я сохранюсь вот в этом моменте, потому что я забыл сохраниться. Перед прошлой записью. Да, еще одна хорошая новость. Я получил битрейт. Теперь я не знаю, почему он был такой низкий у меня. Там реально, блин, копейки стояли какие-то. А, но в итоге теперь я буду вот так вертеться, и ничего смазываться не будет практически. Там в три раза больше практически битрейт у меня теперь стоит. А, но что я собираюсь делать, я просто не представляю. Я так понимаю, мы сходим в Джейкобстаун, получим шарик там. Я знаю, где, в принципе, шарики эти подбирать, но, блин, так странно. Один шарик прямо здесь находится, кстати говоря, так что давайте сходим. Наверное, я действительно просто хотел шаров подформить, но почему я тогда пошел выполнять вообще задание Братства Стали? То есть я ничего не понимаю. Я очень странный. А мы прошли эту бомбу на этом, на вокзале, подождите. Шпиономаниакас, да? Да, это я прошу. Блин, да что я делаю? Я абсолютно не понимаю, что я собираюсь сделать с этим прохождением. Это так странно и так непонятно. Наверное, я тупо шарики подформить решил, то есть там крышек, то есть и все. Потому что другой причины для того, чтобы, ну, до сих пор не убить мистера Хауса, я не вижу. Такие вот дела. Где еще эти шарики находятся? Я не помню. Так, в Гудспринг все взял. В Новаке есть шарики? Я не помню. Черт. Интересно, если я шифтабну, запись продолжится? Да, запись продолжается. Это очень классно. Но вряд ли вы будете видеть то прохождение, которое я смотрю, так что я не буду пока этого делать. А где тут убежище 21? Это вот это оно? Интересно мне знать. Да. Собственно, что нам нужно здесь сделать? Hey. Привет. Нам нужно зайти... Мне кажется, я уже тут был, кстати говоря. Возможно, у меня уже есть шарик с ее... из ее номера, но пойдемте сходим. Я, правда, не помню, где ее номер. Не, мне кажется, мы уже тут были. Черт, если мы уже были, то я очень тупо поступаю. И трачу время сейчас на это. Это не очень хорошо. Я не помню, где находится ее номер. А где мои спутники, я тем более не помню. Неужели они остались меня ждать около дверей? Блин. Возвращаться теперь за ними. Так, вон. Кажется, мне вон туда нужно. Куда-то. Так, не то. Та дверь, в которую мне нужно, она должна быть закрытой на замок. Может быть, вот это она. Мне там, кажется, окно еще было в той двери, в которую я хотел бы прийти сейчас. А, нет, вот шарик. Замечательно, можем уходить. Блин, за спутниками переться обратно. Так, лень.
опасный, представляете? Да, Джейкоб Стауна, в принципе. Так странно, блин, да как же так? Мы еще в Джейкоб Стаун не сгоняли. Это так тупо. Нифига, вы слышали этот смех? Подождите. Я вообще отсюда, по-моему, пришел. Нет, не оттуда я пришел. Я совсем уже с ума сошел, по-моему. Зачем я туда пошел? Я вот туда. Оки-доки, пойдемте в Джейкоб Стаун. Там главное не профукать крышечки. Джейкоб Стаун тоже, по-моему, очень важен для концовки. Там придется что-то нам делать. Это точно. Может быть, я сейф не тот взял? Блин, я так давно не играл. Может быть, мы уже все это прошли? У меня такое ощущение, что мы уже все это проходили. Понимаете, с тех пор, как мы с вами последний раз играли в Fallout New Vegas, собственно, прошло, ну, довольно много времени, я очень много ачивментов набрал. То есть там реально, я играл чисто ради ачивок, там выполнил кучу испытаний каких-то. Что это там такое бегает? Ой, только не ты! Вот этих тварей нужно вообще остерегаться, они ядовитые, и если они тут водятся, то я лучше возьму вот это. То есть вот это. Оки-доки, что мы качаем тут? Я абсолютно не представляю, что я делал в этой игре. Это так плохо каждый раз начинать игру заново. Это просто ужасно. Красноречие начнем покачивать, не знаю я. Да, начинать игру заново это всегда очень нехорошо. Вау, мне нравится, что у нас есть эта винтовка. Крысобой замечательная штука. Патроны дешевые, их много всегда. Еще и снайперская, еще и с глушителем. Это замечательно. Собственно, Джейкоб стал нам переть, ну, весьма далеко, как вы можете увидеть. Да. Там главное, знаете, что сделать? Не профукать кучу крышек. Там есть такой момент, что вы можете, в принципе, профугать крышки, а можете выпросить у другого чувака крышек, он вам их даст, по-моему, даже без красноречия, и вы сможете откупиться. То есть, ну, разница только в том, чьи крышки вы потратите, да, то есть. Но, конечно же, вы не хотите тратить свои крышки, это очень глупо тратить свои крышки. Такие вот дела. Еще как у нас с удачей, мне интересно. Удача. Удача в жизни так много значит, как по мосту из Бирюлёва в новый мир, в дом Шаталина. И дальше я эту песню не помню. Блин, я не помню, я не помню. Сколько удачи, я не посмотрел. 5 штук. Почему у меня оружие понижено? Че, я там есть, что ли, хочу опять? Вроде нет. Вы понимаете, какая это была песенка? Ах, детство, детство. Верните мне мой 2007-й. Или в каком году там моя прекрасная няня шла по телеку. Офигенный сериал был. Честно, вот моя прекрасная няня и счастливы вместе. Вот это такие офигенные сериалы были. А сейчас там что-то выходит на этих ТНТ ваших дурацких, и ничего интересного там нет. А я туда иду вообще-то? Я что-то такого даже не помню, узкого прохода. А, нет, туда. Оки-доки. Нам нужно сейчас с подрывниками будет связаться, с Анклавом. Господи, знаете, вот основная сюжетка в Fallout New Vegas просто чудо. Это настолько круто сделано, столько фракций можно при... Это офигенно. И я просто не понимаю одного, почему не было такого в Skyrim. Ну, даже фракции, окей, но почему не было кучи концовок и вот этого вот очень крутого, всякого очень крутого? Почему нельзя было сделать концовку там с Дейдра, например? То есть так, чтобы Дейдра пришли мне на помощь и замочили Алдуина. Или типа того. Ну блин, ну так много всего можно было замутить там. И ничего из этого не замутили. Такое это стоит, ну серьезно. Кстати, я только что себе еду поймал. Еда, 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 еда. Интересно, эти ребята тут спавнятся обратно, в случае чего? Ого, нифига с них мяса сколько падает. Вы видели, сколько оно восстанавливает? Офигеть, мне одного стейка хватит на всю жизнь. Офигенно, вот это да. Знаете, я их пока не буду отстреливать тут потом. Может быть, я вспомню о них. Главное, чтобы они на меня не нападали.
Спутников моих нет, черт, забыл компаньонов, ну ё-моё. Такой-то я отстойный. Где еще шары лежат? Блин, вспомнить бы, а. В каком-то отеле, по-моему, он лежит. Или мы там уже были. Блин, по заданию НКРовцев тоже в лагере Маккаран, там, ну, чтобы прийти в... Там, оказывается... Или мы... Блин, я так много играл в Fallout New Vegas без вас, ребят, что я просто... У меня уже все воспоминания, они так потерлись, очень сильно потерлись. Я уже ничего не помню. Если посмотреть на эту растительность, здесь такое ощущение, что просто не затронуто ничего. Это очень классно, мне кажется. Какое шоссе? Ой-ой-ой, что такое? Это вообще чьимое? Да. Без Рауля нам будет здесь не очень хорошо. Ну и без АД тоже. Но без Рауля сильнее, потому что он нам чинит снаряжение. Он просто душечка, мне кажется. Такие вот дела. Как видите, там уже снежные горы даже есть. Это очень прикольно, мне кажется. Кстати, я не знаю, там... Вообще, Артём мне очень интересную мысль подал. Как-то раз. Ой, нет, я на вас это тратить не буду. А, какую мысль? А, такую, что есть ли смена погоды в Fallout New Vegas? Я вот не помню, честно. Я помню, что в Skyrim ужасный фиговый дождь, который так... Такой дождь, которого, ну, не бывает, мне кажется. Ну, такой, знаете, мелкий дождик. Это очень странно, не очень мне он понравился. Вот в Обливине шикарный был дождь, там прям ливень был, там звуки офигенные. А в Skyrim какая-то фигня. Вот так, но скоп. Нет, это был скоп вообще-то, да? Ну тогда фаст скоп. А вот тебя я прямо вот отсюда так. Ладно, я потратил кучу патронов, ни на что просто. Потому что я прекрасный стрелок. Джейкобстаун уже очень близко. Вот эти горы, собственно, есть Джейкобстаун. Такие вот дела. Блин, интересно, Тибита бы сюда пришла, если бы мы ее не убили, а? Ой, так жалко. Вот так я все плохо сделал. Видите, давно не играл, у меня наверняка был какой-то план игры. То есть такой план, по которому я точно знал, что я буду делать, как я буду это проходить. И в итоге я все профукал. А возможно, я наоборот хочу за мистера Хаоса пройти. Я не помню, за кого прохождение круче, за Хаоса или за... Нет, за Есмана круче прохождение, мне кажется. Или за Хаоса. За кого мы проходим, ребят? Я не помню. Кстати говоря, у нас есть уже ключ-карта к тому, чтобы, ну, там, типа, грохнуть бег Хаоса. Клиника. Да, у нас уже должно быть. Должна быть карточка. Собственно, вот оно. Вот оно. Вот он, город моей мечты. Welcome to Jacobstown, human. You're... And if you're into your... Окей, спасибо. Очень радушный прием. А, собственно, вот так выглядит Джейкобстаун. Это просто такой отель, в котором живут супермутанты. Тут работает врач, который пытается излечить теней. Это, собственно, супермутанты, которые невидимые. От зависимости. Вон там. От зависимости от стелс-баков. Стелс... Как они тут? Стелс-баки это из... Fallout Equestria, блин. Как они тут называются, ребят? Ну, стелс-баки, короче. Вы поняли, штуки, которые невидимыми делают. Я не помню уже. Вот так вот. Окей, еще один человек. Одного было достаточно. Тут не один, их двое даже. На чем ты работаешь? The stealth field has been modulated to use less power and thus last longer. However, these pronounced it. Unfortunately, I'll need to run the test on a live cell. I'm not convinced that the Night Stalker mutation is a natural one. Some of the super mutants have looked around. Lily might be interested in coming with you.
Окей, поехали. Мы будем им помогать, да, потому что они клевые все. И вроде там что-то потом будет мне за это, я не помню что. Кто такая Лили? Где ты? Ты Лили? Да, кажется, это Лили. Джимми! Little Jimmy! Да, это я. Хочешь пойти со мной? А, да господи, мне теперь нужно тех компаньонов скинуть, ну ё-моё. Такой отстой, блин, бесит. Вот встали они там и стоят, трое это уже слишком много. Какого фига? С другой стороны, нафига мне эта Лили нужна? Она, в принципе, по-моему, ничего не делает, так что... Я просто возьму их с собой и уйду. Потому что я don't care. Вообще, надо скачать такой мод, который ставит... Или саму его сделать, там, в принципе, делать нечего. Который ставит метку прямо вот на вход в... В Lucky 38. Это было бы очень полезно, мне кажется. Да, силовая броня, она замедляет меня очень прилично. А сразу тогда закину шары, которые достал. Что, у нас там два новых шарика появилось, выходит. Вот так вот. Пойдемте поглядим, чего не хватает у нас. Вспомнить бы только чего. Да, вот нам вчера. Вспомнить бы только чего. И вспомни бы, где эти шары стоят, я постоянно забываю. А, так мне еще два шара не хватает. Блин, а где же они? Я не помню, блин. Так нехорошо, что я этого не помню, а. Я могу, интересно, посмотреть всякие эти тут руководства. Не отключая запись, а? Мне кажется, что я могу, потому что FPS они там летают, так что это хорошо, в принципе, ачивменты. Так, легенда о звезде нам пока не нужна. Снежные шары. Коки-доки. А, это у нас... Гудспрингс есть, Мормонский форт есть, Чарльстон есть, Стрип есть. Дамба Гувер. Ага, вот Дамба Гувер, там у нас шар есть. Это у нас есть. Авиабаза Неллис, у нас ее нет, да? Где этот шар находится тут? Так, авиабазы нет и Дамба Гувера нет. Окей, поехали за ними тогда. Я думаю, мы за ними сходим, типа, и все. И можно, в принципе, мистера Хаоса этого выносить. Потому что плевать нам на него. Как у тебя там по хп-то? Окей, поехали. Такой тут гул, вы слышите просто это, а? Блин, такое запустение, это просто забей. Так, так, дамба Гувера и база Неллис. Замечательно, авиабаза Неллиса. У нас открыто, это просто шикарно. Справа от входа. Что здесь справа от входа? От входа куда? Я так понял, в музее, да? Вы меня пускаете, да, к себе ведь? Замечательно, что меня пускаете. Так. Почему у меня не открыты остальные маркеры, я просто не знаю. Блин, мне, блин, такой же. Ну, потому что я, понимаете, пока мы с вами не играли, я раза два прошел игру полностью с разных персонажей. Вот, так что, ну, блин, приходится как-то вспоминать что-то делать. Это только шары. Мы еще с вами потом будем крышки со звездами бегать, собирать. Что-то вообще забей будет. Ты ко мне бежишь? Нет, он не ко мне, жаль. Я думаю, может, даст какой-нибудь подарочек свой. Так, музей. Что из этого музей? Музей где-то там, вдалеке, по-моему. Вон там, по-моему, где-то музей должен быть.
Почему у меня нет маркеров? Я не врубаюсь. А вон там маркеры появились. Отлично. Так, что из этого музея? Школа. Медицинский центр. Что-то я не так делаю, да? Музей где-то там, наверное. У меня это открыто все, оказывается, нет? Ладно, пока я вроде ничего не пропустил. Оки-доки. Так. Дом адепта. Мастерская. Нет, это не музей, мне кажется. А музей, пф, отлично. Я чисто за шариком забежал, я не буду пока слушать, что он тут будет мне рассказывать. Так, сгоняем теперь к ангарам. И по... А Дамба Гувера? Подождите-ка, но ведь она не откроется, да, сейчас? Или откроется? От Боудра Сити, вот она где-то здесь. Блин, не, должна открыться, в принципе. Еще бы воды... А, мне кажется, им тут вроде бы продают воду, или это они колу тут продают. Черт, я вообще не помню, что продают, короче. По-моему, вот в левом ангаре есть то, что мне нужно. Нет, все-таки в правом. Ну, в столовую мы зайдем, в принципе, если там попить есть у них что, так мы попьем тут. Вот. О, боже мой, как далеко перец. Бомбист повар. Повар спрашивает повар. Повар, какова твоя... Так, раковина. Опа. Замечательно. А, окей, теперь... Ты продаешь что-нибудь? Это... Ты, где повар? Hungry for grub? А, да, хочу купить еды. Что? Он не продает все еще мне? Блин, я еще типа неуважаемый у них тут, да? Ладно. Вообще мне плевать. Так, погнали вот сюда. Вот еще одна проблема. Я не помню, нужно ли мне просить поддержать бомбистов НКР или, чисто меня нужно поддержать. А что, Мишка у нас уже есть? Мы его, наверное, уже вернули, да? А, вот он, вот он, вот он. Вот он. Мистер Дружок. Замечательно. В принципе, можно было бы у них квесты сразу взять, но мне так лень. Мистер Дружок. Так, ну детей тут нет, так что пока что пофиг, погнали дальше. Боудер Сити, в полоску я там, замечательно. У меня где-то был костюм такой полосатый, после королей там должен остаться был. Спасибо, Энки. Дамба Гувера, где же она находится у нас? Она находится у нас. Там должна быть большая вывеска, тащим так к ней вести, но я не помню. Нет, вот она у меня за спиной, правда, прямо вот, вот где-то там. По-моему, я должен, типа... А, вот, все хорошо, вот вывеска. Окей-доки. А, теперь вопрос, пустят ли меня на нее. Должны, в принципе, пустить. Да, пилить до нее далеко будет. Ну, это такая, знаете, самая дальняя локация в игре, наверное. Я туда иду, я, в принципе, туда иду. Блин, что же я хочу сделать? Я не помню. Я вряд ли хочу за хаоса играть, потому что, по-моему, заезд мне очень классно играет. А Бенни-то я уже грохнул, или у меня платиновой фишки даже еще нет? А, у меня платиновой фишки-то нет, она там осталась, наверное, да? Постой, так я уже был в форте, выходит? Нет, не был. А Бенни я еще не убил?
А, нет, я его убил прямо там, я так понял. А, черт, как плохо начинать игру каждый раз заново. Это просто забей. Такая дурацкая серия, да? Я ничего не помню. Что мы делали, я не помню. И я тупо, блин, бегаю и собираю какие-то шарики, которые, ну, нам особо не нужны. Но они нам нужны, чтобы, типа, там деньги у нас были и все такое. Так что не надо мне. Где у нас тут стейк из брамина? Нормас. Минус 66, это же офигеть. Да, кажется, вот тут тоже какой-то лагерь, по-моему, есть вот этот вот домик. Да, это какой-то лагерь тоже. Нам сюда плюс потом радиосообщение доставлять, чтобы выполнить задание какое-то там. Ой, какое за... Там очень простое задание было. Что-то там с рейнджерами связано тоже. С аудиосигналами. Там нужно будет найти чувака, который путал их, и потом арестовать его. Такое задание тут тоже есть. Так сколько же времени прошло с тех пор, как мы последний раз с вами играли в Fallout New Vegas? То есть, неужели я с тех пор столько ачивментов наполучал и даже ни разу больше с вами не играл? Наверное, я просто их наполучал, и игра мне надоела просто. Такое бывает. Эпичное сооружение, согласитесь. Дамба. Вообще, мне очень нравится вот то, за что в этой игре, ну, собственно, воюют люди, да, это дамба. То есть, это очень важная штука, потому что она электричество производит, и это, ну, по-моему, очень... Очень правильно и очень хорошая мотивация, да, для игрока. А, в плане ролеплея, конечно, да. А, потому что, смотрите, в том же Fallout 3 мы искали просто своего отца, и там какую-то маленькую штуку запускали, и все. Это было так мелко, мне кажется. Блин, да что у меня с горлом такое? Отлично, все. Шары все собраны, в принципе. Да, но чтобы меточка у нас поставилась, нам нужно выйти не через эту дверь. Ну, чтобы метка на карте появилась. А нам нужно выйти через вот эту дверь. Или вон ту дверь. Через какую-то другую дверь, конечно, нам нужно выйти, чтобы метка на радаре появилась. Почему, вы спросите меня? Я даже не представляю, почему. Но вот только теперь у нас метка появляется. А, такие вот дела. Вы об этом всегда помните, потому что, ну, это, я считаю, очень важно. Вот что я думаю. Все, погнали сдавать эти тупые... шары и заканчивать серию, наверное. Нет, знаете что, мы не будем заканчивать серию так рано. Мы переустановим Есмана в Мистера Хаоса, да? И что мы будем делать дальше? Нам нужно запустить Есмана в форт. В форт... Вот почему я до сих пор туда не съездил, в этот форт, видимо. Я собираюсь там Есмана... Я понял, все, все, теперь я все понял. Я собирал шары, убираю... Собираю шары, убираю Мистера Хаоса, запускаю Есмана, еду к Цезарю в форт и запускаю Есмана туда. Вот так я буду работать сегодня. Отлично, все, я понял. Как хорошо, когда ты понимаешь свой собственный план и понимаешь, что он довольно хорош, этот план. Наверное, хорош, я не знаю даже. А, президентский люкс. Да, мне пока что вот именно... Нет, блин, мне не сюда. А, что за затупил так? Нет, мне не сюда. Мне в пентхаус, да. А, вот такие вот дела. Нам, кстати, дадут еще опыт за то, что мы все шарики собрали. Шарики из DLC еще есть, но мы их, к сожалению, не соберем. Вот теперь сюда. А, да что с нами сегодня не так? И все шары собраны. Шары. По-моему, это просто замечательно. Сверху ставятся шары из DLC, но мы их уже не получим, потому что я собираюсь DLC проходить после основной кампании, так скажем. А вы тут сюда можете заходить, да? Это замечательно. А где тут у меня есть кровать какая-нибудь? Я посплю немного. Наверняка скоро понадобится мне это. Окей-доки. Теперь что? Вы все еще со мной, да, идете? Right, они меня ждут. Блин, ну тупые. В казино. А я не знаю, кстати, нам можно грохнуть мистера Хаоса прямо сейчас, или нам нужно сначала поговорить с Есманом. Знаете что, я буду очень аккуратно это все делать и сначала поговорю с Есманом.
Окей, сначала с Есманом говорим, потом идем переустанавливаем систему на в форте следующей серии, я так понимаю. Блин, замечательно, по-моему. А потом получаем признание у всех местных сообществ, ну там, кроме некоторых. Кроме некоторых совсем днищенских, там, типа некоторых вообще, ну реально, там, отстойных сообществ, которые мы не хотим получать. Hey, hey, baby doll. Welcome to the top hotel in Kis... Oh. До свидания, сэр. Мне бы еще броню, знаете, снять, чтобы быстренько бегать, но если я сниму ее, то она меня будет перевешивать, и это уже будет отстойно. Ну, как вы знаете, силовая броня, она дает там такой бонус к... бонус к силе, поэтому она и называется силовая, поэтому с бонусом к силе я могу перетаскивать больше вещей, ну и, собственно, эту броню я могу перетаскивать, по сути. Так что я не могу ее теперь снять, то есть я в ней залип надолго. Такие вот дела. Эх, вот был бы Артём в сети, я бы у него спросил просто. Он вроде смотрел мое прохождение. Кому нужна их поддержка? У тебя будет секьюритрон на все случаи жизни. Гигантский робот, ну да, это отсылка к Fallout 3, наверное. Neat. It makes me feel really... Mr. House is in there, though. You have? Wow. I mean, Benny was always scheming about how he was... The other thing you're going to need is the platinum... No kidding, he was running fast. He better pace himself. There's an underground facility. It's too bad Caesar's Legion... The platinum... Did I just say... I'd take it straight to Mr. House if I were you. He'll think you're helping. The big question is whether to give him the chip before you do him. He might upgrade his defensive capabilities, but then those defensive upgrades might make it harder for you to... Let me know when it's done and I'll roll over to the Lucky 38. If I'm right about... This is gonna be great. I'm gonna help... На этом мы с вами закончим серию. В принципе, там дальше уже довольно много времени ушло. Уйдет. На этом все, дорогие друзья. С вами был Денис. Спасибо за ваше время. Дальше будет супер интересно, потому что мы начнем уже захватывать там власть, будем подключать форты всякие. То есть это будет очень круто. Так что на этом все. Я-то знаю, я уже проходил эту игру, она реально очень крутая. На этом все. С вами был Денис. Спасибо за ваше время. И всем пока.